Здравствуй, мой юный читатель! Сегодня приглашаю тебя познакомиться с книгой Робби Скоттона. Роб Скоттон – замечательный британский писатель и художник. Родился он в Великобритании 26 сентября 1960 года. Живет в Англии в маленьком сельском городке вместе со своей женой, художницей Лиз. Роб Скоттон сочиняет истории о повседневной жизни и задачах, с которыми встречаются дети по всему миру. Про волшебное слово «спасибо», о дружбе и школьных днях и, главное, о позитивном настроении в любой ситуации. Ребята, книги Робби Скоттона наполнены любовью, хорошим юмором и волшебными картинками. Рассматривая рисунки в книге, улыбаешься и заряжаешься положительными эмоциями. Друзья, зову вас открыть книгу про черного кота, которого любят все. Вы спросите, кто же он? Конечно же, это котенок Шмяк. Шмяка обожают дети. Вы узнаете, как прошел его первый день в школе, про его друзей. Шмяк простой и очень искренний. У него есть необычный для кота друг – мышонок-сырник. Шмяк уважает сырника, заботится о нем и оберегает его от всех. Еще этот котенок обсуждает трудности с другими друзьями и всегда находит общее решение. Робби Скоттон написал много историй. «Котенок Шмяк» и «Мамин помощник», «Котенок Шмяк» и «Морские истории», «Котенок Шмяк» и «Новый год». Истории про котенка Шмяка настолько веселые и добрые, даже самые маленькие читатели смогут понять без помощи взрослых.